прошло полтора месяца. 23 марта был посажен сад методом УФО, черешни. Основные сорта, три сорта основных, это Саммит, Лапис и Грейстар. Саммит созревает, вернее, Грейстар созревает 10 июня, Саммит созревает 18 июня и Лапис созревает 1 июля. Этим садом мы закрываем месяц реализации и плодоношения этого сада. В каждом ряду, каждое десятое дерево – опылитель. Если сорт Саммит, аллели S1, S2, тут расположен опылитель Соната, универсальный донор опыления через каждых 10 деревьев. Аллели S1, S4 прим. Следующий ряд – Лапис. Он сам является универсальным донором опыления. И все равно в этом ряду мы поставили опылитель сорт Сэм. Следующий ряд – Грей Стар. Он сам является универсальным донором опыления, но мы все равно туда ставим опылитель Стаккато, универсальный донор опыления. Итак, тут значит, 1000 саженцев обеспечены полностью опылением. Если Саммит у нас цветет поздно, Лапис цветет тоже поздно, Грейстар цветет средне, Сэм цветет средне-поздно. Итак, мы перекрываем 10 дней опыления полностью сортами опылителями. Итак, полтора месяца посажены под углом 45 градусов, длина дерева 2,20-2,40. Итак, следующий момент. Где-то после посадки, через месяц, когда почки набухли, мы удалили почки, которые направлены строго вниз. И удалили некоторые боковые почки. Оставили только почки, которые расположены вверх. Сейчас мы получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 вертикальных будущих лидера. Они выросли уже на 10 сантиметров. Следующим этапом в этой технологии надо этот саженец, который посажен под 45 градусов, еще уменьшить градус его, но все равно сохранить, чтобы было последовательно, он направлен все равно вверх, иначе тогда не будет стремительно расти лидеры. Итак, вот, надо подготовить колышек, надо уже это все связать, и потом мы регулируем путем забивания колышка. Вот, вот эта система, если я стану, вот мое колено, середина саженца получается ниже колена. Почему? Это очень важно. Вот эти вот лидеры, лидеры вертикальные, видите, они растут под углом. Если мы немножечко саженец, значит, вниз направим, эти лидеры будут выравниваться. И все они будут расти вертикально. Очень важно, чем больше этих вертикальных лидеров на горизонтальном штамбе, тем одномернее будут эти лидеры расти. Нам не надо на такой длине саженца 5 лидеров. Они тогда будут огромными. Мы можем не пригинать этот саженец, оставить его под 45 градусов. Но не думайте, что метод УФО у вас будет вертикальные саженцы на уровне глаз. Ничего подобного. Вертикальные лидеры будут гораздо выше. Поэтому путем пригибания саженца эти лидеры, которые будут по 2,40, мы можем доставать тогда плоды без применения лестниц. Будет быстрый сбор плодов. Вот эти вот важные моменты подготовки. Тут работы не так уже много. Оборвать нижние почки, сформировать лидеры, пригнуть, поставить шпалеру. Вот уже завезены столбики железобетонные. Вот сейчас мы ставим шпалеру, так как тут
не надо, понимаете, эти лидеры, они все равно будут расти вертикально вверх. И на некоторых сортах даже не надо шпалеру ставить, но лучше ее все-таки поставить, потому что урожай будет большой. Вот, лучше шпалеру поставить. Первая проволока будет находиться над этим горизонтальным штамбом. Вот она будет на таком уровне, где-то на высоте 1,30 м. И вторая проволока будет находиться на высоте где-то 1,80 м. Вот. Можно еще третью проволоку ставить. За границей ставят 5 проволок. Вот. Я думаю, что вот этот колышек и этот метод нам сэкономит несколько тысяч долларов на гектаре. Вот. На проволоке и так далее. Шпалеру. Если мы на яблонях ставим шпалеру через 7 метров, то тут можно ставить столбик через 10 метров, так как ну, не такая сила натяжения, не такая сила будет его конверсия влево-вправо и так далее. На следующий год, я думаю, в этом году они вырастут сантиметров 70-80. На следующий год мы ожидаем, уже у нас есть опытные образцы, плодоношение на горизонтальном штамбе вместе выхода вертикальных лидеров. Итак, мы подготовили колышки, 1000 штук. Сейчас будем забивать колышки. И таким моментом заранее надо готовить. Я еще раз повторю. Сначала привязываете веревочку, потом делаете петлю, фиксируете. И только потом вы путем забивания колышка вот, выставляете угол. Я считаю, что вот этот угол где-то в 75 градусов оптимальный в данном случае будет. Следующее видео будет, когда мы уже поставим, будем ставить шпалеру, покажем как. Вот, и будем подвязывать уже вертикальные лидеры к первой проволоке.